Красотень-то кругом какая, а? Какая красотень, забодай тебя, корова. Ну, прямо так, тополь, ты посмотри, тополь какой. Какой тополь, красавец, а? А березки, а сосны. Какая красотень. Летом спилил там дубков. 5 штук. Везу лесничий навстречу. Кошелот. Стой, что? Штраф за что? Пришлось поить это мурло. Все запасы выжрал, гад. Еще и денег ему дал, не дашь, хуже будет. Не воруй. А что будет лесу-то, правильно? Что ему будет? Правильно? Как тебя зовут? А, Юра, правильно? Лесу. Дерево, оно разве понимает что-нибудь? А? Вряд ли, правильно, Юра? Ну, хотя, знаешь, нет. Один мужик у нас знакомый, мужик, дурак один из соседней деревни. Стал сосну валить. И шишка ему сверху в глаз. Как ё... Окривел. Окривел. Баба от него на сторону стала бегать. Правда, она и раньше бегала. Эх, красотень, ребята. Какая красотень, ядрёныч. А на холме какая? Вниз спустишься, там луга заливные. Ну, заповедник где? Вот красота. Боже мой. Памятник природы. Ни одной травинки не сорви. Что ты, тюрьма сразу. Сразу тюрьма. Накосил там в прошлом годе немножко. Немножко. Накосил, понимаешь? Вот сарай до сих пор пахнет, как мятый. Как мятый, понимаешь, такой запах такой, понимаешь. Вот зимой дошло до этого сена-то, молоко пахнет. Баба опилась молоком, вот моя баба. Опилась. Ночью принюхался, баба пахнет. Вот никогда так не пахло. Тут запахло. А эти совхозные сады-то весной идешь, как в облаках плывешь, когда цветется, да? Сердце вот так вот заходится от радости. Осенью ночью пойдешь яблок наворовать. Тоже заходится, но уже от страха, что схватит. Вот что ты хочешь нам сказать, природа, понимаешь? Когда нам же некогда. Все, работа до пьянства. Когда вот сгубит все человек, только тогда и опомнится. Вот от кого он произошел, человек, а? От кого? От обезьяны, говорят, правильно? Мне они не нравятся. С них ничего, никакого толку. Ни рогов с них, понимаешь, ни шерсти. Холодца и то не сделаешь, правильно? От обезьяны, так говорю. Смотрите, от макак точно. От макак, вылитые просто, понимаешь? Загадили природу, понимаешь ли. Че, повырубали? Выкосили все к чертовой матери. Это речка разве? А? Захламили ее. А это тополь? А это сосна? А это береза? Да ну вас всех, понимаешь, все загадили. Это речка, это береза. Да я не хочу даже разговаривать.